классная карта, классный танк, все хорошо. Респ, кто по ботам, все боты, кроме меня. Афанасий, Жиро Наката, Хиро Токато, японцы, русские, Денлев, а там все боты, что... А не, вот снежинка есть, снежинка. Микунуа, поехали. Спасибо большое, сейчас, спасибо. Чего? Лярд, Жабак. Так. Что? О чем не будет? Давай на МС-1. Так вот, Жеш. На чем, вот. Ты же говоришь МЦ-1. МЦ-1, классный танк. Так, я попробую, опасный момент. Тихо. Все боты по одному живому. Во, и во. Тихо. Как они играют? Они играют лучше, чем эти, чем большинство игроков в эту игру. Привет. Я попал, пробил, я... Тихо, тут сейчас... О, отсюда могут доубить. Они на него, он на них поехал. Ля-ля, тихо, надо прикрыть парня. Ать. Хорош, дядь шаман. Ня. Ня, чу-чу-чу-чу. Ня. Сейчас мне начнут накостылевывать. Я попадаю, пробиваю, да ты шо? Как так? Тут сведение как на арте. А, во-во-во. Во, началось. Так, этого парня надо. Ну-ка, слышишь, братан, завали его. Тихо. Сейчас, погодите, стойте. Ты понимаешь, батьё это, а? На. Да не летит пулька, ну. Слышишь еще? Кто там в ангаре? Я вам. Я не разрешал вам. Ангар. Да заедь, дай ему лю-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 лю. Они реагируют на то, что я откатываю или нет? Знать бы, как они работают, эти боты. Спасибо. Тихо, стой. Ай! Я так всю голду выплюю сейчас. Ну, наконец-то мне дали первый урон. Хорош. Это хорошо, что здесь никого нет, я вам отвечаю. Куда вы лезете, пацаны? Не так, на... погоди, стой. Сейчас попробую. Подожди ты. Да не сосите. Что там заслышишь, хитрованище? Ну, высунься. Свободен. Вот этого надо подловить, дать ему тычку. Хорошо. Там МС-1 на горе. Снежинка в ангаре, я понял. Это хорошо. Тихо. Подожди. Плохо. Ай-яй-яйчки. Тихо. Я лох. Не-не-не, надо попадать. Попадать и пробивать. Я говорю попадать и пробивать, что непонятно. О! Разводка.
не разводится. Молодец. Идем в размен ударами. Хорош! Хорош! Сзади! МС-1 недобитый на горе и сзади. Сейчас эйс сделаем, сука. Эйс! Эйс! Кто знает, что такое эйс? Блин, надо было пульнуть. Я его не забираю, у меня хп мало. Омаш! Не на того поехал. Надо было на гору ехать, серьезно. Не на того поехал. Он на меня едет. Подоботы, подождите, я заеду, дам ему, или вы дадите ему люлей. Я не хочу в ангар чисто из принципа. Хорошо, он мне не угрожает. Что мне с ним делать? Может, базу поехать взять? Я не знаю, как мои боты отреагируют на всю эту движуху. F7, если нажать, они реагируют. Ну-ка. Хорош! Помогите! Во где игра? Вы мне говорите. На десятках. Ага, голдой в Попенгаген не пробивать. Хорош. Война, оставьте война. Есть война, воин есть. Хорош, дядя Шаман батьё раздолбал. Я вам говорю. И не только я. Вот где игра. Я 1400, я на десятках столько не настреливаю. Ёкарный бабай. Вот где чувствуется. Тут играет живой игрок против живого игрока. В данном случае... Мастер на МЦ-1! Спешил фо жабак. Это специально для жабака. Боёчик. Специально для жабака. Уберите это все. Мастер. Мастер. Так точно. Мастер. Первый бой на стриме... Медаль Орлика. Основной калибр. Воина тут дают даже. Я думал, тут не дают воина. Дают. Для экспертов сколько это на этих уровнях. Мастер. 1400 урона, 6 фрагов, почти 7. Можно было, надо было. Ну, вот, живой игрок. Тоже, кстати, играл лучше всех в своей команде. Вот. Микулина. Вот. А вот дядя Шаман сыграл. Голды выплевал. Видели сколько? 32 тысячи минус 37. Все, плюс 37. Хорош! Вот это боёчек! Вот это фан! Вот это, я понимаю, игра. Вот, хорош! Хорош, хорош! Господа, не, ну это лайк и т.д. и т.п. Спасибо всем! Спасибо!